меня будет... А что это с подарком? Привет! У меня будет СМР распаковка. Сейчас мы будем... Я не люблю. Сейчас мы будем вести распаковочку. Дай мои ногу. Вот такая вот распаковочка. Такая красивая. Здравствуйте. Верочки, блядь. Ну-ка, хватит лезть чужие продукты. Ты что мне подарил, не открывай? Теперь сломай просто и все. А как же звук? Где звук? Где звук, как рвется? Как они там сидят? О, я поняла, почему не открывается. Да, трэш. Пока Алина придет, уже не посмотрим, как будет. Натуре. Всем пока. А ты сама этим пользовалась? Этим именно нет. И вот у тебя вылезут прыщи, гнойники. Все возможно. Я тебе специально его подсунула. На базяже, знаешь, отраву. Поэтому не открывала. У меня ногтей проблема. Помогай. Сияние кожи каждый день написано. Эффект 1000 лайков к твоим фото. О, это ночью, ночью идешь, а Алина лицо сидит. И лайки такие. Подари своей коже ягодное наслаждение и будь неотразима. Ё-моё. Всё. Во-первых, она не открыта. Во-вторых, она что-то не особо. Сейчас откроем. Сейчас сорвется. Обычный, просто обычный запах. Что подсунул? Это мой обзор. Я хотела, чтобы пахло, знаешь? Да, явно. У тебя это лучше получается, наверное. Да ладно, это будет. Когда начнешь? Когда я начну, когда я закажу еще. Это крем. Это крем, это маска. Давайте я вам масочку сделаю все. Теперь чем мы занимаемся? Я выложу еще это. Почему нет? Кстати. Да, ну трэш. Толка от этого никакого, но вдруг. Вдруг. Мало ли. Ну, блин, обычный запах такой. Будем коллаборации. Ну, вкусненько, вкусненько. Другой запах или такой же? Ну, такой же, на панику. Я уже забыла, конечно, что-то надо. Нет, другой, кстати. Алина, мы с тобой будем коллаборации. Да, давай. Я вам буду говорить товар. Кстати, там изменились правила, короче. Я тебе говорила, что там 4000 часов просмотров на длинных видео нужно набрать, чтобы... А там можно, короче, теперь либо 4000... Да, слушайте. Либо 4000 часов... Ой. Видео длинных, либо, короче, рилсы подключили. Рилсы. Шортсы. 10 миллионов часов. Почему они еще болтают? Да, 10. Ой, 10 миллионов, да. Обалдеть. Скраб. Я вообще-то этим не пользуюсь, но начну пользоваться. Не пользуешься? Ты что? Я просто не знаю, если что, он, как... Если он фиолетовый, то он должен пахнуть черникой. Почему? Потому что у меня серый. А ты пользуешься прям всем, что ли? Почти, да. О, вот это самый вкусный. Это черника? Черника. Это очень вкусно пахнет. Как йогурт. Давай сольем. Обалденно. Да. Все, уберите, иначе я наркоман. Так. Сейчас пойдем. Вкус удовольствия. Вообще-то. А что за мой? Сколько такая стоит? Аксинь, по-моему, уже тоже. Я хочу так. Иди купи. Ну вот хочу купить. Купи. Та штуку. Китайская какая-то штука, да. Китайская, значит, завтра сломается. Сломается. Надо сломаться.
все игнорят, потому что блин. Звонок был, нет. Зорпинала. Хотите следующее видео в Зорпинала?